В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко. Мы часто встречаем людей, которые всем недовольны, которые негативны, которые жалуются, которые сидят просто во тьме, в темноте. А в Слове Божьем написано, что народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет. Свет, свет нашего Господа. Иисус Христос — это свет для всех нас. Он воссиял и открыл все, что есть в нас, в наших сердцах, в наших жизнях. И мы можем обратиться к Нему для того, чтобы Он простил и очистил. Иоанна 8 глава 12 стих. Иисус сказал: «Я свет миру. Кто последует за Мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Мы все хотим, чтобы в нашей жизни был свет, хотя каждый из нас оказывался во тьме, хотя каждый из нас до определенного момента жил во тьме. И наши сердца болят, когда мы видим, сколько людей еще находится во тьме. Они сами себя мучают, хотя проходят испытания, которые проходят и те, которые знают свет. Но знание света, наполнение светом помогает преодолеть все трудности, все сложности. Многие говорят, что, слушая светлое радио, они получают успокоение, они получают поддержку, они действительно могут наполняться светом, светом жизни в свете Божьего Слова. И мы, получив 16 лет назад это задание, идем месяц за месяцем, день за днем, час за часом. И в эфире этот свет через наши программы, через вещания освещает всю территорию, где есть наше вещание. А он освещает через спутник всю Европу. И мы хотим продолжать эту работу. И вы знаете, просто хочется, чтобы каждый, кто слышит эти слова или слышит сейчас радио, будучи постоянным радиослушателем, или случайно проходя через комнату, где ваши родные слушают, вы вдруг понимали, что это так важно от каждого человека участие в этом деле, участие в этом служении. Вот я сказала о спутнике, а мы никак не можем несколько месяцев подтянуть наши долги за оплату этого спутникового вещания. Дни-то идут, день за днем, час за часом. И мы видим, как нам помогают наши радиослушатели. Особенно, когда мы слышим, когда люди неимущие, пожилые, они стараются помочь всем, что могут. А может быть, вы сейчас проходите через комнату, где включено это радио, где вы слышите мои слова, и вы ни разу еще не участвовали в радиослужении, хотя видите, что оно нужно. Хотя понимаете это, хотя просто ваши близкие, они не выключают радио. И вы часто слышите какие-то истории, где люди делятся тем, что программа радиостанции сделала в жизни какого-то человека. Как Божье Слово вошло в сердце, как оно изменило ситуацию. И, может быть, у вас есть больше возможности помочь радиостанции, но вы до сих пор этого не делали. Друзья, мы действительно нуждаемся в поддержке тех, кто имеет эту возможность. Может быть, не для вас это лично, но для вашей мамы или сестры. А может быть, когда вы уходите на работу, ваша супруга, оставаясь с детками, не выключает эту программу. И многие-многие рубрики, и светлые гости, и шановна пани, и просто Божье Слово, которое идет между песнями, оно меняет сердце вашей супруги, оно воспитывает ваших детей. Поучаствуйте, пожалуйста, вы будете благословлены. Этот свет, который ждет этот мир, этот народ, этот свет будет продолжать светить через наши программы. Мы так благодарим в каждой программе, в каждой передаче, каждый день тех людей, которые стали партнерами,
Это не какие-то огромные организации, это простые люди. И это несложно сделать. Вы можете связаться с нашей бухгалтерией, а можете просто зайти на наш сайт. Там все написано. Там указана кнопочка, через которую, воспользовавшись которой, вы сможете поддержать Светлое радио «Эммануил» финансово, имея банковскую карточку. Поддержите. Нам действительно это нужно. Мы хотим идти дальше. Мы знаем, что есть плод этого служения. Мы знаем, что есть еще много людей, которые сидят во тьме и которые должны увидеть свет. Есть люди, которых Господь утешит, которых успокоит. Ведь Он сказал в Матфея 11 глава: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Участвуйте в этом радиослужении. Господь успокоит, поддержит, Господь утешит, Господь даст силы. Он верный, Он любящий. И мы еще раз будем молиться за наших партнеров, за наших друзей, за наших радиослушателей, благословляя именем Господним. Ваши усилия, как финансовые, так и участие в передачах, так и молитвенное. Молитва. Друг за друга. Мы за наших слушателей, а вы за нас. Любим вас, благословляем вас. От всей команды ваша Галина Волченко.